Друзья, всем привет! Сегодня с вами сделаем интересную самоделочку из обрезков мебельного щита. Обрезок нам понадобится размером 400 на 400 миллиметров. Ну а что из этого получится, мы сейчас увидим. Всем приятного просмотра! Поехали! Thank you.
Вот такой сервировочный столик у нас с вами получился. Изготавливается довольно-таки легко и быстро. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч.